как можно пополнить добрыми и хорошими книгами детские дома и сельские школы. Один из самых верных способов – это участие в таком проекте простых людей, чьи домашние библиотеки располагают достаточным количеством книг, которыми можно поделиться. В апреле на улицах города можно было увидеть добровольных помощников-волонтеров, которые распространяли информацию о проекте под названием «Книги детям» с указанием адресов, куда эти книги можно привозить. «Книги детям» – это очень хороший проект, поэтому люди отнеслись к нему с пониманием и уважением и помогают книгами, сказками и художественной литературой. Когда люди относятся так, и волонтерам приятно ходить. Поэтому я очень рада, что есть этот проект. Если кому-то было проблематично отвезти книги к пунктам сбора, волонтеры брали эту миссию на себя. «Книги детям. Мы собираем для детских домов книги, художественную литературу. Если можете, помогите». «Конечно, с удовольствием». Жители города охотно откликнулись на призыв поучаствовать в этой социальной акции. Волонтеры не уходили с пустыми руками. Граждане уверены, благодаря их вкладу десятки и сотни детей захотят познакомиться с книгой поближе. «Это хорошо, что есть такой проект. Сейчас есть много источников информации, а книгу ничто не заменит, особенно для детей. Спасибо волонтерам за их работу». Проект набирает обороты, его реализатором в жизни стала партия «Единая Россия».